С малых лет говорят на хантыйском. Дошкольники из Агана Нижневартовского района в качестве программы доп. Образования изучают родной язык, ремесла и фольклор коренных малочисленных народов Севера. Занятия проводятся в игровой форме с помощью интерактивной доски. Также дети учатся самостоятельно рассказывать сказки и легенды, а еще истории из своей жизни о поездках на стойбище, рыбалку и приготовлении национальной еды. Не учи новые слова на хантыйском. Ам – киска. Киска – это кошка. Ам – это собака. Вэй – это олень. Я люблю ходить в садик, буду всегда интересно. Самой, да, интересно, потому что я его до этого момента тоже как бы частично знала. И вот вместе с детьми я обучаюсь хантыйскому языку. У меня есть наставник, который мне помогает. Белкина Полина Григорьевна. Она мне помогает с конспектами подготовиться к занятию, как правильно произнести слово. Планы научиться хорошо говорить на хантыйском языке, также обучить детей. Конечно, это очень интересно.